Мое почтение, джентльмены, это Generation Zero, у которой сегодня последний день закрытого бета-теста, ключом от которого по-братски поделился Евгений Ревуцкий. Поскольку это последний день, нужно срочно глянуть, что это за игра такая. Замес у игры следующий. Мир захватили роботы. Собственно, выживаем. На титульном экране играет саундтрек, чем-то иногда напоминающий Терминатора, да и робот, в общем-то, чем-то, ладно, он что угодно может напоминать, в конце концов, он больше похож на кучу мусора, чем... на трансформера или на что-то такое. Значит, первым делом надо выбрать, создать, вернее, персонажа. Как видите, здесь тоже что-то такое навеянное первой частью Терминатора, еще нуарный. Можно выбрать пол, можно выбрать цвет. Вот это прям, смотрите, чувак из группы Рамонис, особенно в этих очечках. Загарчик берем вот такой. Это что за хрень? О, не, о боже, хиппи. Вояка, хиппи, ботон, мажор, брялинщик, канадский лесоруб, мамкин рэпер, мамкин панк, нуарный рокер. Возьмем нуарного рокера, уж больно, о боже. Но это точно Рамонос. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Будем таким играть. Где-то на юге или где-то там в Швеции... ноябрь 14-89 года. Вы с классной руководительницей и своими друзьями отправились в поход на большой архипелаг. Но на обратном пути на вашу лодку обстреляли. Вы не знаете, где ваши одноклассники. Но вы что-то там хер узнать, что-то написано. Ладно, самый прикол, что вообще-то написано, что... есть русский язык у игры, но нет, его нету. Просто кое-кто на ёпсике. Ну и сход надо отметить, что графен у игры, надо сказать, довольно хороший. Вернее, я бы сказал, стиль графики. Что-то где-то подмылено, что-то где-то обработано. Эффект света, опять же, вот этот. Ну, сделан довольно красиво. Это, конечно, не Хан Шоудаун, но все равно внезапно неплохо. Это лучше, чем последняя колда. Ну и, собственно, поскольку это выживастик, начинаем все ходить, лутать. Пока я запускал тест этой игры, мне выпали здесь патроны от Калашникова. Теперь мне выпала какая-то... хрен знает, что это за тубус. Ютервик. Ну и ладно, все равно Калашникова здесь в ближайшее время не найти. Воу. А что такое? Коллектабл. Это карты, что ли? И они навалены на полу. И они не появляются в инвентаре, значит, они нахрен мне не интересны. Кстати, разрывы по экрану гуляют. Здрасте, будьте любезны. Значит, нам надо включить вертикальную синхру. Другое дело. Не покупайте мониторы с фрисинком, я вам скажу, если у вас... не Амуде видеокарта. Не Родион, вернее. Чё выключает этот выключатель, понять не могу. Вот он, в принципе, мертвый робот. Первый. Несмотря на то, что мир захватили роботы, ведут они себя как зомби, поэтому все в говнище. Все разбито, все раскоцано. О! Хипстерская шапочка. Я не буду носить это дерьмо. Вот это я заберу. Отмычу. Я возьму отмычу. Может быть, здесь что-то можно будет отомкнуть. Мы обыскиваем школьные рюкзаки, но это не значит, что... как, блядь... подождите, как вот взять? Смотрите, появляется уголок. А, надо, наверное, дан нажать. Надо порепетировать. Здесь управление-то такое. Да. Отмечаешь нужные тебе предметы. Чем плохо старое доброе перетаскивание, я не пойму. Графика чем-то мне какой-то хоррор напоминает. Чуть ли не Silent Hill 5 своей вот этой рисовочкой. Нет, я бы даже сказал, что она мне напоминает, наверное, Alien Isolation своей рисовкой. Единственное, что здесь некоторые детали не проработаны. Например, внутренности у автомобиля. Я не знаю, нужно ли собирать одежду и на кой хрен она нужна. Ведь я нуарный рокер, я не ношу всякие шерстяные пидорки и прочее говно. Так, я до сих пор не нашел
ничего, чем можно было отбиваться от роботов. Нашел какую-то херню. И аптечки. Замечательно. Так. На самом деле, насколько я вижу, персонаж не хочет жрать, не хочет пить. И выживать здесь нужно исключительно борясь против роботов, а не занимаясь всякой фигней. Ища, чем вашему герою жопу потереть на очередном привале. Как это делается в скам в каком-нибудь. Ну вот, видите, да, торпеду этого автомобиля, да, и понимаем, что внутри машины графика умерла. Снаружи вроде бы все. Нет, серьезно, нахрена одежда? Видимо, здесь появится какой-то... А как посмотреть, как персонаж выглядит? Скиллы есть. Я думаю, здесь появится... Old Baton. Мультиплеер какой-то. И поэтому все должны быть одеты по-разному, чтобы было круто. Но вопрос не в мультиплеере, а в том, чем людям предстоит заниматься в этом открытом мире. Не будет ли здесь как Sea of Thieves, что... Что? АЗ? Possible Moments? Что они хотят, чтобы я нажал? Что такое АЗ? XYZ? Это алфавит, видимо. У них же первая буква A и последняя Z. Но так или иначе, мне кажется, что эта игра будет конкурентом Fallout 76. А если честно, мне кажется, что она Fallout 76 даже дрюкнет как следует, потому что... Там, походу... Fallout 76 нас ждет совсем, совсем барахло. Ладно, вопрос сейчас в другом. Где найти? А можно открыть? Ага, машину можно все открыть. Но нельзя сесть с нее и уехать. Вот, полицейский кар, может быть, здесь есть дробовик. Во всех американских полицейских машинах есть дробовик. О, отлично, есть куча патронов. 32 АЦП, а вот в какую задницу мне их заряжать? Ну и вот, собственно, робот лежит первый. А вот второй. Второй жив и заагрился. О, боже! А тут какая-то... Ох ты, ёпта, он еще стреляет. Ёпта мать, почему ты не можешь перепрыгнуть? Закрою эти надежные ворота. Подожди, тут на втором этаже что-то указано, значит, там что-то есть. Может, молоток хотя бы дадите мне, знаешь, чем-то отбиваться. И что это? И нахер мне этот балкон, твою мать? Странное дело, мне дали кучу патронов, но не дали из чего стрелять. Ох, ёб твою мать. А где дверь-то? Я двери не чувствую. А ее и нет. А, во. В говнюшке. А как его зарядить? Я закрою еще одну. Еще одну надежную дверь, и мы посмотрим, как пользоваться оружием в этой игре. Move item. Что move item, блядь? Так что? Да. Escape from Tarkov. И причем пистолет сразу зарядился. Да. Давай, ублюдок, повоюем. Я в колду научился. Неужели я робота не застрелю? Бля, мы проигрываем. Кусок дерьма. Блять, их два, что ли? Ёб твою мать, я думал, ты один. Да, может, они безбожно, но они не очень умные. Похоже на рыскарей из Horizon Zero Dawn. Блять, что это такое? Simple. High Explosive Dual. Взрывчатка, что ли?
Похоже на снаряд, блять, от танка, ёптен. Какой-то нахуй фугасный. Прокачал я комбат. А, пошло лечение, и у меня тают в правом нижнем углу аптечки. Вот так вот. 8 хилок мне не хватило даже фулку восстановить. Пистолет назад вынимается на трешку. А не на единицу, очень странно. Так, я вижу там чей-то портрет. Может, там кто-то живет. Ой, я вижу там какой-то сарай. Может, там есть дедовская берданка. А то пистолет что-то не очень как-то валит роботов. Что неудивительно. В общем-то. Не, ну было бы странно, если в начале игры, конечно, уберганы разложили. Это уже была бы не выживалка. Я так понимаю, что где-то здесь должны быть квесты какие-то, которые можно брать и делать, нет? Не знаю, что это, но я возьму. Поскольку дело происходит в Швеции, как было написано, все машины здесь калька с Вольво. Какая-то 80-я, наверное. Или как-то олдовые, эти олдовые квадратные Вольво, я особо в них не разбираюсь. А то сейчас скажу, что XC60 перепутал с этим ведром, ха-ха. Так, значит, карта есть? Есть карта. И карта это... Бьоркнаскоген. И Бохольм. Так, а где тут этот? Как его? Где Волков живет? Как называется это? Рыбацкая деревня. И Зидыч говорил, и у него все будет. Блять, материк здоровый, конечно, смотрите. Игровая карта. Она прям большая. Вот тут аэропортик даже есть. Не, ну игровой мир прям так. О! А что это мой персонаж вылечился? Та аптечка нужна, чтобы в бою лечиться, что ли? А... Да ладно, он так далеко. Он по звуку или что? Он не мог меня увидеть с такого расстояния. Карлскруна, блядь, где тут Карлскруна? Эй, робот, вы не знаете, где есть Карлскруна? У меня там знакомый живет. Ой, блядь. Ой, нет. Блядь, да ну нахуй, ты стелс ваш, блядь. Бежать надо, ёпта, в любой непонятной ситуации. Ноги в руку, и помчать. О, там какой-то ДТП, должен разобраться, может там есть пострадавший, кому-то нужна моя помощь. Посмотрите, как свет, это, блядь, RTX, это тессировка лучей. Не, на самом деле нет, у меня по-прежнему 1080 Ti, никакой тессировки или какой-то тесселяции, или как они там говно свое называли, нет, но посмотрите, как классно выглядит игра света и пыли. Ладно, робот, давай уладим. Посмотрим, кто тут самый крутой. Блять. А чё, патронов до хера, знай себе, вою, только там еще робот идет. Суки! А где еще один? Какого лешего тебе надо, урод? Интересно, есть какой-то смысл выцеливать какие-то уязвимые места, есть ли они у него вообще? Метко стреляет, сучка драная. А, и лутаются из них патроны, причем лутается больше, чем ты на них тратишь. Прикольно. Он убивается с одного магазина, то есть за 8, а с него лутаешь... 4 пачки по 16. А, нет, не всегда, смотри. Да все равно. Минимум 32 патрона забираешь с трупа. Занимательная математика. А где еще один? Дожди, это не те патроны, они, блядь, не заряжились. Это какие-то другие. Там между ними существует какая-то разница, походу, непонятная. Написано, что это базовый боеприпас. А, вот мой. Нет, этого я уже утонул. Сука, кто робота украл? Почему нету трупов людей? Вот прям просится. Несмотря на то, что мы обыскиваем детские рюкзачки, всегда есть шанс найти боеприпасы, ведь это Америка.
Там регулярно в школах. Да, а, в принципе, ладно. В свете последних событий. На эту тему лучше не шутить. Так, дан-дан. Что это за хуйня? Это глоу-стики. Это файеры, которые можно бросать и подсвечивать себе дорогу. Или они отвлекают роботов. Одно из двух. Но надо проверить. А, во! Хорошо, что после смерти он все еще светится. Я не очень понимаю правила лечения, потому что заюзав хилку, мой персонаж постепенно, видимо, долечился до какого-то уровня, а сейчас он лечиться уже не хочет. Хилок у меня нет. Может, их по одной надо тратить все-таки, типа, лечение постепенное, это все-таки выживал. О, ёб твою мать, сколько там. Раз, два, три, четыре, четверо. Но я должен побывать в этой церкви, когда происходит всякая херня, где прятаться, кроме как в храме божьем. Я уверен, попы знают, что делать с этими роботами. Может, как-то по стелсу можно туда проникнуть? А, это не робот, это что-то мигает. А, это машина. У нее стопаки там задраны. Так, присядем в присядочку сейчас. А, вот и труп подъехал. Вояка. Граната. Неплохо, неплохо. Взрывы, кстати, красивые, с которыми роботы разлетаются. Вот хотел сказать, что... забыл. Так. Поставим гранату. Есть бинокль, но я как-то не вижу смысла в него что-то здесь разглядывать. Тут нет каких-то далей таких заоблачных. Пока что. Так, вот смотрите, я съедаю эту. А, ну здесь ладно. Я был не критично ранен, поэтому до сотки она восстановила. Блин, у всех в багажниках патроны. Смотрите, прикол. Дверь открываешь, и внутри загорается свет. Прикольно сделали. И в каждую машину можно заглянуть. Блять. Какой-то... Ну, внутри машин, конечно, да, скудновато отрисовано. Но зато в каждую можно заглянуть. И залезть еще вон в фуру можно. И найти боеприпасов, которых хватит армию вооружить. Опять этот снаряд. То ли термос, то ли снаряд. Я не знаю, что это такое. Пишите в комментах свои варианты. А я специально не буду... Или в конце записи я проверю, чтобы мы узнали, кто победит. А вы пишите прямо сейчас. Так. Походу из церкви все сдриснули. Ну, пудра мне нахер не нужна. А тут вот и баг первый попался. Маффон и сундук стоят в одной этой. В одной точке этой вселенной. Блин, у меня уже один есть. Зачем мне два? Куда ну, кстати, в какой слот? Даже его, походу, тоже можно включить. Да не так же, идиот. Ёб твою мать. Оно заиграло. Походу, роботы на звук реагируют. Выключить-то. О, оно выключилось. И тут, наверное, батарейка села. Эти бумбоксы старой гвардии пули не возьмешь. Пули. Ой, очки. Отлично. Нахуй так жить. Падре, видимо, пока отсюда сдергивал. Забыл дверь закрыть. О, еще радио. Такое ощущение, что местные прихожане в церковь приходят музло послушать. Святой отец, да вы шалун. Патроны от снайперки. Святой отец, вы, блядь, угораете, что ли?
Ладно, сучьи роботы, вот теперь. Блять, а он пробовал чистить эту берданку? Серьезно, где он ее хранил? Она, блядь, точно не развалится, когда я помпу передерну. Так, где-то у меня есть глоустики. Как их юзать? На четверочку, да? А дробовик это какая? Это первая. Блять, самому вот нельзя по слотам было оружие расставить. Я не понимаю, в чем прикол. Черт, да эти роботы не такие тупые. Вау. Пидорас, блять. Иди фейерверк смотреть, мразота. Один отвлекся, один нет. Ну как, блядь? Так, самое время узнать, что вот это за предмет. Может, он спасет мою жопу. Подожди, он что, не юзабельный? Дроп какой-то. О, вот что юзабельно. Самая надежная оборона это нападение. Может быть, где-то впереди будут какие-то роботы, которых есть смысл отвлекать, но этих проще грохнуть. Плюс у них патронов сраная куча. Черт, на пути этого робота встала непреодолимая преграда. Скамейка, ёпта. Пошел ты нахуй. Для СМГ какие-то патроны. Черт, какие-то 9-миллиметровки, видимо, только для... Пистолетов, пулеметов подходят, видимо. Так, теперь мне точка маршрута указывает куда-то туда. Обратно, что ли? Я же тут пришел. А на карте видно, куда тебе идти? Самое время их отвлечь. Где моя музыка? Да как ее в руки-то взять, блядь? Какой ты мудак. Да ну нахуй. Чтобы я еще хоть раз связался с этим говном. Стреляй в маф, он что-то по мне стреляешь, падла тупорылая. Вот говно. Да нахеру я вертел ваши скиллы? Какие скиллы? Тут в жопу сейчас отстрелят. Блять, видимо, эти роботы не настолько тупые, чтобы их можно было отвлечь каким-то говном. Блять, они не настолько медленные, чтобы от них можно было убежать. Подходи. Блять, а нахуй целится, если есть вот такое замечательное перекрестие. Оно достаточно маленькое, чтобы не иметь большого разброса. В чистом поле, блядь, с ними сражаюсь. Они еще друг по другу попадают. Ну все, остались мы один на один, говнишка. Интересно, можно ему стрелялку отстрелить? Блять, патроны кончились. Придется в стиле Рэмбо добить эту мразь. Не понимаю, что за прикол с патронами? Почему они автоматом-то не пополняются? Типа, вот они, блядь. 200 штук, нахуй. В чем проблема? Что-то, видимо, недопилено, я не знаю. Hollow Point Ammo. Ну, а вторые что? Hollow Point Bullet. Блядь, кто понял, в чем разница, напишите в комментах. Не знаю, то ли...
Вот этих 200, 240 стало почему-то вдруг. То есть они, видимо, по 200 в пачку кладутся, а потом разделяются. И почему в прошлый раз... Ну, то есть я же подобрал новые патроны. Почему он автоматом не начал их заряжать? Бля, я был уже у этой машины. Я ключи нашел, чтобы ее завести или что? Что он хочет, чтобы я под машиной поискал, что ли? Подожди, когда лечь можно. И чего? Пистолет, кстати, тоже ржавый и в говне. Что они хотят от меня, я не понимаю. Ну, хоть фары поморгало. Видимо, это конец бетки, потому что... Ну, что я должен сделать с этой машиной, я не знаю. А, указывает-то не на машину. А нахер-то она вообще помечена? А куда, блядь, указывает? Вообще стоит идти на этот ромбик? Найди в доме, что поюзать. Мне кажется, это хуйня какая-то. Пошел в жопу. Не знаю, нахер он меня ведет туда, где я уже был. В дом, который я уже был. Там, видимо, надо было что-то в доме найти. Я нашел там пистолет, блядь. Что там может быть более ценного? Еще один робот пришел. Сука, роботы церковь оккупировали. Может, он на свет фонарика реагирует? Без которого тут темно, как в сраке сатаны. Ютервик Стенага какая-то, бля. Пойдем в Стенагу. Интересно, если тут такая огромная карта, тут есть возможность обзавестись своим каким-то транспортным средством, чтобы на нем ездить? Честно говоря, не помешало бы, потому что, ну... Нет, мир все-таки, наверное, не настолько здоровый. Хотя в State of Decay он даже меньше. А тачка есть. Но там бомжи, правда, ходить мешают, поэтому там машина нужна, чтобы их давить. Ну, типа, была возможность искать бензин. А вот, смотрите, шведская СТРВ стоит. Стерва это. С пневмоподвеской. Которую в картоху год назад завезли. Она пришла с роботами бороться, старушка. Нескольких даже... А вон еще одна. Прежде чем мы закончим, хотелось бы увидеть какую-нибудь новую разновидность роботов. Что-нибудь большое и опасное. Они, блядь, куски говна. Почему мой, блядь, хиппи с пистолетом убивает роботов, а, блядь, солдаты на танках как-то их не смогли убить? И вообще, чьи-то роботы? Неужели русские? Всегда русские. Бум. Что-то отламывается от них, смотри-ка. Только, блядь, не то, что надо, видимо. Да пиздец какой-то. По ним как-то очень странно дамаг заходит. Тут какая-то регистрация попаданий, видимо. Клинически больная, бля. О, нормально. Живой или мертвый? Я перестал ориентироваться на этом кладбище этого гребаного металлолома. Все.
Ублюдки, мать вашу. Получи контрольный. Full Metal Jacket. Цельнометаллические патроны какие-то. АЦП, ХП. Ну, блять, хотя бы коробки разного цвета нарисовали, что ли. Hollow Point. А, ну понятно. Одни цельнометаллические, вторые какие-то Hollow Point. Вот она разница-то в чем оказалась. О, для дробаша что-то нашел. Тоже, естественно, сами они не подходят. Мне надо аптеку грабить, потому что мне нечем лечиться. Одна, я только что две подобрал, по-моему, нет? Это что такое? Адреналин. Позволяет вернуть к жизни. Себя или напарника предполагается возвращать? Не, ну патронов прям жопой жуй. Какой-то странный выживастик. Инвентарь, походу, вообще резиновый. Для вещей, для шмоток. Поэтому можно просто тейкал жать и все. Потом захочешь одежду поменять, поменяешь. Не захочешь, хотя с ним пусть валяется. Залутанные роботы, кстати, перестают суетиться, да? Как удобно. О людях подумали прям. Интересно, от Full Metal Jacket они быстрее подыхают? О, в мусоровозе, я уверен, сейчас мы найдем пулемет дедовский. Нет, мы найдем три куска говна. И просто миллиард патронов. Не, не взрывается. Немножко я подзаплутал. Но мне кажется, даже к лучшему, что в игре не надо следить там за едой, за водой. Есть, конечно, когорты школоты, которым это нравится. Есть даже люди, которые наверняка датчик витаминов, блять, в организме в скаме оценили. Но по мне, честно, это лишнее дрочево, которое мешает наслаждаться игровым процессом. И, ну, есть тонкая грань между выживанием и дрочильней. Вот Форест, выживалка, а есть еще какая-то игра, недавно ее смотрел, она пока там в альфе и лагает. Там, чтобы развести костер, надо срубить дерево, найти длинные палки, порубить длинные палки на короткие палки, короткую палку подлинуть, порубить на сучки, потом найти гнездо сороки, разобрать его на трутень, и из этого уже разжигать костер. Ну это пиздец какой-то. Даже в Форесте, блядь, зажигалку дали. Причем костер разводится руками, там палку об палку трешь, блядь, сидишь. Вот это маразм уже полнейший. Вот скам, маразматическая игра. Блять, где город? Тут город захвачен роботами или что? Просто хотелось бы дойти до какого-то большого объекта. А, я по побережью пошел. Ибо Холмин какой-то, блядь, обошел стороной. Но, судя по черные пятные точки, это, видимо, города. Поэтому сейчас впереди какое-то поместье должно быть. У персонажа, кстати, нет усталости, что странно, вообще-то. Вообще-то вот это странно для выживалки, давать неограниченный бег. Но, в принципе, роботы носятся настолько быстро, что ты от них все равно никуда не убежишь. Хотя шведские пряничные домики. Отсюда, блядь, нехороший человек. Робот ушел. Да, блядь. План был хорош. Но не настолько, чтобы он сработал. С другой стороны, эти пидоры все равно не могут войти в дом. Они могут сломать дверь. Как вообще люди бы здесь погибли? Сидели бы дома. Сбегали в магазин под огнем, под проливным. Набрали бичик и дальше сидим. Напоследок. Блин, походу
Хер ты тут найдешь этот, этих роботов огромных. Где-то, блядь, спрятались. Че, может, гранату, блядь, бросить кого-нибудь? Тут можно окно открыть? Нет, окно открыть нельзя. А, жаль. Да и у прицела у гранаты нету. На тебе, уебаны. Че, кого-то подорвал. Ой, стрельба, ой, накосипорил. Ну-ка, адреналин мне в жопу. Да, адреналин, смотрите, прям сам себя поднял. По-моему, дробовик говно. Враги тоже говно, они деревянный дом не могут прострелить. Кстати, у шведов, походу, на роботах такой же пункт, как у японцев на демонах, на всяких. Сома, это тоже шведская игра, и там тоже роботы были. Совпадение? Не думаю. Ох, перестрелка. Блять, в камень настрелял, мудак. В общем, пока все выглядит довольно странно. Почему-то здесь пуль гораздо больше, чем аптечек. То есть, типа, хочешь сражаться, сражайся, но лечиться тебе будет нечем после этого. Видимо, в этом вся суть и смысл местных побоищ. Потому что, ну, как бы есть из чего убивать роботов, лечиться нечем. Что там, кстати, по скиллам-то? Что-то мне тут дали. Есть какое-нибудь восстановление? Ну и что? А на Т. Ага, вот, видимо, стамина. Ага, которой нет, да? Видимо, она позже появится. Если они стамину с ХПшкой не попутали. Или у них она визуального отображения просто не имеет, но она как бы есть. Да ладно, я уже 3 километра, блядь, набегал, пока... Марш-бросок совершал от прошлого дома к этому городку. Сейф-хаус. А, вот оно, убежище. Видимо, здесь сохраняются. Оп. А вот ему куча аптечек. Оп, вот там еще куча аптечек. Вот так вот, вот. Нормально. Походу, самые ценные луты — аптечки и адреналин. Одни подхиливают, вторые вообще возрождают из нокдауна. Так, ну что, можно, я думаю, на этом заканчивать. Большие роботы мне не светят. Надо подождать, пока игра будет допилена до ума, доведена и выйдет, собственно, в релиз. Но выглядит она неплохо. Я поздравляю разработчиков с этим, вот этим праздничным салютом из их непонятных палок. Видимо, это какой-то шведский фейерверк из палочки. Как наши бенгальские огни. Красота неебическая, еще бы роботы на нее отвлекались. В общем, не знаю, много чего не помешало бы, чтобы был какой-то износ оружия, чтобы ржавое оружие клинило в какие-то решающие моменты. Но выглядит достаточно прикольно. Во всяком случае, выглядит это более интригующе, чем Fallout 76. Не знаю, когда игра выйдет в релиз, но будем ждать, будем ждать. А когда выйдет, будем посмотреть. В принципе, ну, придраться, конечно, есть к чему, но в целом довольно интересно. Я бы еще поиграл, а потом еще поиграл, а потом еще. Я бы, в принципе, играл в эту как минимум пару дней. Но, естественно, такие игры, они недолгоиграющие. Если здесь есть какая-то цель, и можно эту игру пройти, и уплыть на материк или что-то типа того, то замечательно. Если эта игра просто для бесконечного брождения по локациям, торговли с людьми другими или перестрелок с людьми, то это, ну, развлечение часов на 70, а потом, конечно, надоест. В общем, пишите, что думаете, что-нибудь жмите и все такое.